никакой связи у меня с этим государством нету. Я тоже слышал эти слухи. Дело в том, что я понимаю, откуда идут эти слухи. Откуда? Просто моя мама сегодня является по течению, по христианскому течению баптистской. И, соответственно, ну, многие считают, что баптисты все с Америки. Соответственно, думают, что я тоже финансируюсь с Америки. Но это неправда. Моя избирательная кампания финансировал сам. Деньги я собирал более года для этого тоже сам, потому что я знал, что независимому кандидату тяжело, и поэтому я не хотел, чтобы... Сам это как? Из своих личных, из семейного бюджета откладывал? Да, я откладывал в течение года средства, и теперь я использую эти средства. В первом туре были только мои средства. Во втором туре, после того, как я пошел во второй тур, ко мне подошли многие друзья из Чешмекёй, которые сегодня живут в Камрате. Они позвонили, сказали: «Дима, скажи, пожалуйста, что нужно для твоей поддержки». Я перечислил, что мне нужно. Кто-то помог средствами, кто-то другим чем-то. Но в основном ребята, друзья помогли деньгами. Угу. И теперь во втором туре это уже не только мои деньги, но и деньги других чешмекёйцев.